Привет, привет, мои хорошие. Кормлю сыночка. Он когда кушает тоже, вот супчики я ему даю, он любит вот хлебом закусывать. В принципе, я тоже любитель хлеба. Он, видимо, в меня пошел. Да, мамина? Ты как мама любишь хлебушек? Видите, да? Я в супчике ему чуть-чуть хлеб добавила, мякоть. Но он все равно, видите, грызет его. Мое сокровище. Сегодня у нас куриный супчик с булгуром. Булгур — это пшеничная крупа. Да, маменька. Вот так. Доча спит. Приходится вот так по очереди кормить. Раньше я могла их вместе кормить. Ложечку ему, ложечку ей. Сейчас не получается, потому что они вертятся, крутятся, они сидят. Он встает, она уползает. Сейчас приходится их по отдельности. Да, мамина, да, солнышко. Вот такое, мамина, солнышко. Мы сегодня дома целый день. Сегодня приходила к нам бабуля. Поигрались. Ой, так. Ой, будь здоров, мамин. Вот самое, что я не люблю, когда во время еды они чихают. Но что делать, что делать? Пол кухни бывает в еде. Ну, ничего. Мама потом уберу все. Уберет. На. Вот так. Вот так, короче, мы едим. Потом я дам, вытащила с холодильника вот такое вот пюре готовое. Пюре с органический помидор, курочка и этот батат с картофель. Посмотрим, понравится им или нет. Зачем такой большой кусок? Не надо, мамина, не надо, солнышко. На. Супчик. Вот так. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня нам на ужин свекровь передала это баклажаны, запеченные с начинкой. У меня на канале есть рецепт. Начинка мяса и овощи. Это очень-очень вкусно. Я люблю, честно сказать, вот это вот блюдо. Я вообще баклажаны люблю. Вот, кому интересно, как это готовить, поищите на канале в плейлисте «Готовим вкусно». По-моему, есть. И вроде как я запекала, потому что я часто готовила это блюдо. Солнышко? Солнышко ждет. Сейчас будет с папой ужинать. Ну, конечно же, ужинать он не будет, он ужинал. Просто компанию составит. Да, мамина? Ты будешь с папой сидеть, да? Солнышко. Мои хорошие, как проходят мои вечера? Вот, гора Глашки у меня, видите? Ну, здесь не все, конечно, на Глашку. Например, вещи, которые вот такие вот бодишки, я не глажу. Вот. А так, в основном, здесь выходные вещи, их нужно, конечно же, гладить. И это собралось у меня за 2 дня. Еще 2 раза я сегодня постирала вещи, 2 раза стиральная машина работала, это тоже сушится на балконе. Вот так вот за 2 дня вот столько вещей у меня набирается. Тем временем дети с папой. Вихра там возмущается. Покажу. Кто чем занят? Вечером, когда папа приходит домой, я занимаюсь основными своими делами. Что не успела за весь день делать. Вот. И папа бывает все время с детьми. Поэтому вот так получается, что я успеваю домашними делами заниматься. Но устаю, конечно, но не так, чтобы прям вот все, кошмар, как я устаю. Все, сейчас буду гладить. Папа ел яблоко, и, конечно же, Аслану нужно то, что ест папа. То, что мама сделала пюре, ни он, ни она не поели. Вот принцесса тоже истерику закатила из-за того, что папа уложил ее спать, видите ли.
Почти 11 часов ночи. Я закончила глажку, все прогладила, все, и даже домашние, все вещи. Вот раз начала, думаю, проглажу все. Аслан, вкусно? Вот так, наверное, яблоко вкуснее кушать даже, чем пюрешкой. Да? Хонуш мебелева? Зато Зехрах разговаривает. А, рассказывай, Зехрашка. Тебе не дает папа яблоко, да? Не дает? Маленькая мартышка моя, мартышка моя. Маленькая. Кичук моя мундир, маленькая мартышка, да мне кичук моя мундир. Щебек, моя мундир, щебек. Папа купил вот эти вот штуки еще. Сколько их? 10 штук было в наборе. Вот эти вылезают. Аслан, конечно же, все повыковыривал. Их собирать целая история. Потом сегодня взял сзади скотчем, все налепил. Аслан помогал, конечно же. Зихра помогал. Вкусно, да, Аслан? Ты будешь сегодня ночью спать? Вчера очень плохо спал. Я не знаю, не помню, говорила я или нет, очень плохо спал. Постоянно просыпался. Весь в яблок. Ама! Эльма Мэрилне. Эвит. Эльма Сю. Это я его уже на ночь спать приготовила. Ну, Эльма Дзянчин. Кырмызымы? Кырмызымы? Сулу, да. Ну, нара ещё Эльма берём. Кырмызы вермём. Не? Кырмызым алежи. Кырмызы алежи я побилер. Я побилер, ама япмаз. Бенджи япмаз. Зехра, скажи папе, дай мне яблоко. Зехра, не вермиди. Ода истио. Тюмой меня, не дают тебе, да не дают. Давай мама тебе вот так сделает. Би-би-би-би-би-би-би. Би-би-би. Иди. Ай. Ну, я пока стояла там, гладила, поясница болит. Ну, как от усталости, не от того, что там прихватило. Не прихватило, просто от усталости болит. И чё? Всё? Уже не плачешь ты? Привет, привет, мои хорошие. Мы у свекрови в гостях. Свекровь забрала Асланчик, пошла к соседке. А эта капризулька осталась со мной. На днях у старшей дочери сына, у старшей дочери мужа был день рождения, ей исполнилось 19 лет. Ты что такая злая? Что ты такая злая? Ей исполнилось 19 лет, и так как она была занята, у нее были курсы и так далее, она в тот день к нам не пришла. Придет сегодня. Соседи стучат, там что-то делают. Придет сегодня, и мы порежем тортик. Как здесь принято? Порезать торт, запить кока-колой и поздравить, сделать фотографии, если есть, подарить подарки. Мы в этом году ничего дарить не будем, подарим денежки. Пусть дочь сама выбирает, что хочет. В прошлом году дарили ей телефон, какой она хотела. В этом году спросили, она сказала, ничего не нужно, все есть. Так далее. Вот так вот. Ты приготовила подарок сестре старшей? Приготовила? Песенку выучила или стишок? Какую песенку ты выучила? Вот так вот. Дёма меня, бубусик. Еще к нам должна скоро прилететь моя тетя. Иншалла, все получится, она прилетит. Сейчас она на лечении в Москве. Это мамина сестра, тетя, которой я постоянно здесь покупаю препараты, лекарства. Она должна после лечения к нам прилететь. Я надеюсь, у нее планы не изменятся, и она прилетит. Да, мамина? Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Тебе рассказать сказку про красную шапочку? Не хочешь? А ну скажи, мама. Она когда плачет, когда что-то требует, она на нее начинает мя-мя-мя-мя-мя. Вот так она плачет.
конечно, это... Да я тебя копирую, тебя мя-мя-мя, как ты делаешь. Но это, конечно, она неосознанно, не то, что мама зовет, просто звуки мама-мама произносит. Ты скоро скажешь «мама», да? Или «папа» скажешь? Ну, ты, скорее всего, «папа» скажешь, это папина дочь. Как папа домой приходит, у нее даже поведение меняется. Она ему больше капризы показывает, чем мне. Ты маме пупсёныш? Вот не сидится ей тоже. Вот ягоза, вот этот телефон залезть же надо. На, залезь, залезь в телефон. Кто это? Это самая красивая девочка на свете. Самая красивая, самая любимая. Ты самая любимая. Уйди в телефон, да, да, да. Так, сегодня у нас 18 мая, если не ошибаюсь. Самая любимая девочка, самая вкусная, самая-самая, да? Пупсёныш, а солнышко, а пупсик? Да? Ох, ох, скажи, вот бы мне в руки этот телефон, ох, ох бы мне этот телефон в руки. Го-го-го-го-го. Ну все, закрываюсь, поснимала. Дочь тоже сынулю придет, его тоже вам, для вас поснимаю. Спасибо всем еще раз за теплые слова в адрес моих деточек. Мне, как маме, конечно же, это очень-очень приятно. Давай, скажи пока. Скажи пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Ты ни разу не улыбнулась сегодня. Мяу, 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 мяу. Она сегодня серьезная девочка. Мяу. Ой, не узели. Все, мамина, я закрываю камеру. Подожди, пупсик. Все лежат, отдыхают, спят. Кто где? Папа здесь. На улице идут работы. В соседнем дворе там что-то трубы проводят, по-моему. Сынуля с дочей уснули в разных комнатах. Золовка приготовила начинку для пиде. Как обычно, эта начинка пойдет в кафе, специальное кафе, где готовят пиде. Мы ее туда отнесем, и нам приготовят из этой начинки пиде. Платим только за тесто, но за работу. Начинка наша. Руккола, я ее обожаю кушать вместе с пиде. Еще лимоном поливаю. Наши бутылки, банки, склянки, я без них никуда. Так, дочь спит там с бабулей. Здесь заловка. Здесь я уложила сына. Вот так и спим. Я тоже здесь прилягу, чтобы не дай лох. Сынуля проснется. Он может проснуться, встать и вывалиться оттуда. Поэтому надо быть на страже.